Я открываю двери, ага, он заходит. А, я говорю, я не вызывала сантехника, мы не вызывали. Вы топите. Ну вот надо вам менять все. Ну я говорю, меняйте, если что. Надо деньги. Ну и я достала деньги, 8 тысяч. И отдала. И он убежал. За что задержан? По статье 159, часть 2, мошенничество. А скажите, пожалуйста, где таких обстоятельств вы совершили данное дело? Звонил по домофону, говорил, что я сантехник. Заходил и показывал на трубы, что их надо менять. Брал деньги жильцов, писал номер телефона не свой, фамилию, имени свое. Брал деньги и говорил, что я вернусь, куплю материал и будем делать. Брал эти деньги и уходил. Спасибо, что поймали его.